Сегодня в Боровлянском лесничестве Троицкого района в рамках проекта «Подари лес другу» планируется высадить более 22 тысяч саженцев сосны. Сеянцы появятся почти на 10 гектарах. Их предоставил Алтайский лесной селекционно-семеноводческий центр. Кстати, программа «Подари лес другу» стартовала в России в 2014 году и насчитывает уже 35 особо охраняемых территорий в нашей стране, где на средства благотворителей посажено почти 3 миллиона деревьев. Сегодня высаживать сеянцы в Боровлянском лесничестве будут представители Министерства природы, края администрации Троицкого района, местные жители и школьники, всего 50 человек. А накануне акция «Подари лес другу» прошла в Шипуновском районе, там также высадили 22 тысячи саженцев молодых сосен.